Видишь? Так похоже на библейский рай. Неудивительно, ведь здесь есть утопающие. Несколько раз в сутки проходили железнодорожные составы с деловой древесиной. Пеший проход по Гуамскому ущелью был запрещен в целях безопасности. Сама пещера расположена гораздо выше, на высоте около 400 метров. Монашьи, пещера названа не зря. В начале 20 века здесь жили несколько монахов. После революции во время гонений им пришлось покинуть свой монастырь. Свято-Михайло-Афонскую закубанскую мужскую общежительную пустыню. Здесь они нашли себе безопасное убежище. Мы идем по такому красивому месту. Скалы прям нависают над головой. Речка спряталась, ее совсем не видно. А там он даже кто-то сидел, как-то пробираются туда. Погода нас, конечно, сегодня не очень радует, мы вообще все мокрые, дождь идет, но тем не менее это так красиво. Просто идешь и наслаждаешься этими видами. Мы идем такие, голову поднимаем, а тут наверху идет водопад. Классно.